Отключи звуковые сигналы ваших мобильных телефонов. Желаем вам приятного просмотра. Большой театр детско-юношеского центра «Киндерленд» представляет спектакль в миниатюру по мотивам произведения Михаила Зощенко «Забавное приключение». Конец квартала. Кока, ты работаешь? Ты работаешь просто на износ. Зинаида, все мы работаем, не щадя себя. Спасибо, дорогая. Кока, ты хоть к обеду вернешься? Зинуля, что ты? Раньше ужина и не жди. Кока, береги себя. Ходит, мальчик, худи-дум.
справляется он с людьми. И страдаем мы от любви, и смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник, крутит он. Может, днем, может быть, ночь, вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Дорогая. Анатолий. Он не вернется? Исключено. Забавляется. Он с людьми.
Ну, раз ты все знаешь, прошу тебя немедленно удалиться. Ко мне должен кое-кто прийти. Как это кое-кто прийти? Сейчас ведь сюда явится мой муж. Пожалуй, мне пора. Дело хорошее. Анатолий! Да. Сидеть! Я хочу посмотреть, как этот подлец пересечет порог этого вертепа. Нет, останьтесь. Сейчас придет ее супруг и увидит ее моральный образ. А, Анатолий, прощайте. Соня! Сонечка! Николай! Так было славно. Я за Николая. Это с этим. Ну, а эти так.
После продолжительной перебранки и сборов все, скрипя сердцем, решили, что все должно идти по-прежнему. На этом и разошлись. Вот какие иногда бывают случаи на любовном фронте. Нашему такому веселому, задорному и талантливому коллективу. В сентябре месяце мы начинаем репетицию новой постановки, и поэтому ждем вас. Добро пожаловать! На этом наша театральная часть нашего вечера закончена.